дары. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Вы не прячьтесь, вы будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите вы. Ах, война, что ты подлое сделала, вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда? Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки, девочки. Спрашивайте, мальчики, спрашивайте, а вы, люди, ничего не приукрашивайте, а вы, люди, объясните им, почему. Почему долго длится зима и так быстро проходит весна? Почему, если нам не до сна, старикам, снятся детские сны летаки, ожиданием таким, ожиданием полна тишина. Что окно распахнувши, ты можешь рукою достать до луны. Почему? Спрашивайте, мальчики, спрашивайте, мальчики. Спрашивайте, мальчики, спрашивайте, а вы, люди, ничего не приукрашиваете, а вы, люди, объясните им, почему. Почему голоса поездов не дают нам уснуть до зари? Почему так непросто живется, непросто уходят года? Вчерашняя радость останется в сердце твоем навсегда. Почему? Спрашивайте, мальчики, спрашивайте, мальчики, спрашивайте.
спрашивайте, мальчики, спрашивайте, а вы, люди, ничего не приукрашиваете, а вы, люди, объясните им, почему. Почему даже грубый асфальт пробивает былинка трава? Почему тает звездная пыль на губах и ресница в твоих и ночи? Слова так похожи порой на дневные слова, но по-разному их говорят и по-разному слушают их. Почему? Спрашивайте, мальчики, спрашивайте, мальчики,